Сними ты свои очки, Олег. Я тебя прошу. Хасан Магомедович, конечно, я же вас и без очков вижу, вы же великий такой, да, они мне не нужны А я сейчас. теперь надену уже, чтобы тебя А лучше. я маленький, да? Не, чтобы тебя лучше видеть. Нет, я картину за твоей головой вижу и хочу, чтобы ты, пожалуйста, немножко подвинь голову, чтобы я ее видел лучше. Картина – это Африка. Она у меня не сегодня написанная, но вот я ее очередной раз повесил, потому что зима на дворе. Я Я ее на нее раньше посмотрю, вешал. мне тепло становится. Там же жара такая. Там это Передается и тепло. браслеты там, да? Конечно, это же Африка. Слушай, я вчера свои часы надел. Они на мне болтаются, вот так. Я думаю, надо же, 5 лет назад они были в обхвате, а сейчас я так похудел, постройнел. Стройнейте, да, стройнейте. Слушай, у нас марафон там идет, как сбросить лишний вес и как гармонизироваться, но у меня-то не поэтому, я и такой гармоничнее. Ну, там очень интересно. Ты записан у нас там в Телеграме? Ну, я смотрю все время, конечно, конечно. Очень, очень интересно, да. И в субботу там будет четвертая встреча. Да. Послушай, объявление мы там еще поставим. И вот мы сейчас будем проводить ликбез, а потом мы будем проводить вебинар, куда я тебя хочу пригласить, чтобы ты показал то, что ты... Ну, я тебя очень прошу, ну, покажи 3 в 1, например. Ты Три можешь... в одном. Я покажу три в одном. За одну минуту это же и есть ценность, чтобы за одну минуту добиться сброса мышечного напряжения и тут же сбросится напряжение психологическое, то есть стресс снимется. За одну минуту в этом ценность. Чем быстрее, тем лучше. Конечно, да, Не надо год этим заниматься. Бах-бух, раз, два и три. Раз, и человек уже свободней. Свободней. не раскрывай сейчас всех секретов. Нет, что вы. Вот я очень рад, кстати, да, побывать гостем у вас на вебинаре. Это будет очень полезно, это будет очень эффективно и самое важное, быстро. В любом месте можно это сделать. Или перед любой Ну, стрессовой потом ситуацией. расскажешь. Хорошо, потом. Потом Ни расскажешь. слова больше, Хасай Магомедович. Да, слово больше, да. Давай, спасибо. Всем привет.